Депутаты завершили первый квартал года очередным заседанием городской думы. Участие в нем принял глава города Сергей Бурдыгин, а также представители органов местного самоуправления. Депутатский корпус рассмотрел 28 вопросов, затрагивающих поправки в муниципальные нормативно-правовые акты и городской бюджет, а также аспекты дальнейшего социально-экономического развития города. Фактически по всем решениям мы приняли продлить контроль, вот, но большая часть решений исполнена. Это, конечно, радует. И вообще сегодня такой намечается конструктив в работе, которая проводится администрацией города по решению вопросов городского хозяйства. Сегодня округом выделены значительные средства для того, чтобы наша жизнь была комфортной. И задача такая поставлена – освоить средства, все работы, в общем-то, выполнить, успеть, ну, для того, чтобы осенью уже говорить о том, что да, вот это сделано. Подробнее об очередном заседании городской думы смотрите в ближайших выпусках новостей.